Здравствуйте, меня зовут Казанкова Александра, и сейчас я хочу подвести итоги обучения в первом семестре магистратуры. Для начала хочу сказать, что этот семестр был для меня очень интересным, потому что мы, наконец, могли использовать полученные знания в реальном проекте, работая на реального заказчика. В процессе обучения мы научились составлять техническое задание, канву Остервальдера, цепочку добавленной стоимости, создавать карты эмпатии, карты пути пользователя и создавать опросы, грамотно создавать опросы. Поначалу были сложности в организации времени для работы над проектом и в четком понимании тех задач, которые ставит перед нами заказчик. И эти проблемы мы решали путем обсуждения между участниками нашей команды и с заказчиком. В итоге приходили к общему мнению, к общему выводу, который помогал нам эффективно справляться с теми задачами, которые были перед нами поставлены. В следующем семестре хотелось бы создать свой проект, поработать над своим проектом, над своей идеей, используя полученные знания в первом семестре, потому что до этого казалось, что это что-то очень сложное, создавать свой проект, что-то нереальное, очень тяжело осуществимое, но на самом деле, имея те инструменты, которые мы получили, реально использовать для создания своего проекта. И это, как оказалось, не так страшно. Хотелось бы поблагодарить преподавателей, которые на протяжении всего пути обучения в первом семестре нам помогали, нас поддерживали, всегда была возможность прийти на консультацию, попросить какой-то совет, и было приятно, что преподаватели реально заинтересованы в наших результатах. Также хочется поблагодарить свою команду. Я очень рада, что попала именно в эту команду, потому что все ребята, правда, настроены на эффективную работу, все готовы участвовать, предпринимать какие-то действия, все предлагают свои решения. В общем, мы очень здорово сработались и надеюсь, что дальше мы будем продолжать работать вместе, и у нас все будет получаться. Спасибо.